городе-герое Волгограде, на крутом берегу Волги, где сохранилось здание старой разбитой мельницы, в нескольких шагах от всемирно известного дома Павлова, возник еще один величественный памятник-комплекс музея панорамы «Сталинградская битва». Руководитель авторского коллектива проекта комплекса – народный архитектор СССР Вадим Ефимович Масляев. Идея создания музея и панорамы Сталинградской битвы возникла еще в 1945 году при разработке первого генерального плана. Это очень сложный комплекс, который включает в себе экспозиционные залы, панорама Сталинградской битвы, четырех диорам и прочих сооружений, которые входят в состав комплекса. Сооружение имеет уникальный характер, представляет себе очень сложное инженерное сооружение, и проектировался он большим количеством авторов. Это сооружение является одним из крупнейших такого рода не только в нашей стране, но и во всем мире. Художественное полотно панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» выполнено группой военных художников студии имени Грекова. Художники-грековцы прошли большой творческий путь. У некоторых он перевалил за полвека. Большинство из них прошагало по трудным фронтовым дорогам с оружием и мольбертом. Народный художник РСФСР Виктор Константинович Дмитриевский. Народный художник СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Петр Тарасович Мальцев. Заслуженный художник РСФСР Георгий Иванович Марченко. Заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Петр Иванович Жигемонт. Заслуженный деятель искусств РСФСР Федор Павлович Усыпенко. Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств Марат Иванович Самсонов. Народный художник РСФСР Николай Яковлевич Бут. Его можно назвать представителем того поколения, у которого совпали война и беда, мечта и юность. Поэтому тема патриотизма, гражданственности проходит через все его творчество. В картинах Николая Бута поражают выразительные глаза детей, испытавших ужасы войны. Невозможно пройти мимо этих глаз. Они запоминаются на всю жизнь. Грандиозная по своим масштабам, величественная по своим последствиям Сталинградская битва превзошла все сражения, какие до этого знала история, и никогда не померкнет в памяти народной. 200 дней и ночей сражался героический Сталинград. Ожесточеннейшие кровопролитные оборонительные бои переросли в неудержимое победоносное наступление советских войск.
когда я впервые в 50-м году попал сюда, в Сталинград. Это был, в общем, пустыня и развалины. Первое, что у меня, когда я появился на привокзальной площади, это раскаленное солнце и блеск Волги. И больше ничего я не помню. Я не помню, чтобы были деревья, чтобы и ветер с песком. И вот теперь, когда невольно вспоминаешь тот день и вспоминаешь на этот прекрасный город, даже с трудом верится, что это могло быть. Ну, материал я собрал, и вот теперь просматриваю часто этюды свои. Вспоминаешь об этом, и вот так рукой проводишь по этюду, а он весь песком, он как рашка все равно. Сталинградской эпопеи одним из самых тяжелых дней стал день 23 августа 1942 года. Солнца не было видно. Кипела от взрывов вода в Волге. Бушевал огонь на самой реке, покрытой нефтью, хлынувшей из разрушенных хранилищ. Город был превращен в руины, а люди стояли. К работе над панорамой группа художников студии имени Грекова приступила уже много лет тому назад. Это был сложный подготовительный период. Поиск главной идеи, общего плана, разработка бесчисленных эскизных вариантов, консультации с участниками Сталинградской битвы. Сколько им пришлось изучить документов, литературных источников, архивных материалов. Совершить поездки на места боев. Споры, сомнения, усталые бессонные ночи продолжались у художников и после создания уникального цветного эскиза будущей панорамы, который является самостоятельным произведением искусства. Снова обсуждения, консультации с защитниками Волжской твердыни. Съемки 20-летней давности воспроизводят первые годы работы грековцев над панорамой. Для авторов была воссоздана боевая обстановка тех времен. Бывший командарм прославленной 62-й армии, дважды Герой Советского Союза маршал Василий Иванович Чуйков подробно знакомил художников с местами самых ожесточенных боев. Хорошую творческую закалку грековцы прошли, приняв участие в воссоздании известных панорам «Бородинская битва. Оборона Севастополя», созданной замечательным русским баталистом Рубо. Мне кажется, необходимо нам вспомнить нашу коллективную работу по воссозданию панорамы «Бородинское сражение». И хотя боевые действия, они были другого характера, где конкретное место, определенный день, определенные часы бои были, тем не менее, эта работа по воссозданию панорамы, она сыграла для нас колоссальную роль. Это был большой опыт для нас. Это была генеральная репетиция перед тем, как приступить к созданию панорамы Сталинградской битвы. Да, но тут нужно сказать, что уникальность вот этой работы, она состояла, кроме ее содержания, значит, и в том, что размеры холста были несколько больше, чем вот этих предыдущих холста, созданных Рубо. И это было обусловлено не просто ради, значит, так, увеличения просто, а
обусловлено тем, что само событие, Сталинградская битва, это одно из знаменательнейших сражений Великой Отечественной войны. И вот это нас заставило обратиться вот именно к такому размеру холста, чтобы показать широко, емко, эмоционально вот это сражение, чтобы оно зримо и впечатляюще передавало вот те незабываемые дни, которые пережили многие наши воины, наши советские люди, кто принимал непосредственное участие в борьбе с фашизмом. Панорама о Сталинградской эпопее во многом необычна. Немало здесь делалось впервые. Внушительные размеры полотна, 120 метров по окружности и 16 метров в высоту, требовали решения сложных творческих задач. Самые острые, самые напряженные моменты человеческой жизни вбирает в себя военная тема. Военные художники студии имени Грекова успешно ее решают. Минули десятилетия. На берегах Великой Русской реки сейчас трудно отыскать сохранившиеся следы былых сражений. Иной стала красавица Волга. Она манит к себе своей красотой и неповторимостью. В большинстве картин художников обязательно присутствует пейзаж. Даже в таких, где на первом плане могучая современная техника. Смотришь и ощутимо представляешь просторы Родины, красоту природы. Когда вам придется однажды подняться на смотровую площадку панорамы в Волгограде, не ищите взглядом, какому художнику какие фрагменты принадлежат. Здесь творил единый сплоченный творческий коллектив. Конечно, это все непросто, но, не знаю, во всяком случае, мы старались, так сказать, принципиально где-то каждый, сдерживая свою точку, объединиться с вот этой вот идеей. Так, Коля? Конечно. Самое главное, что подвиг наших воинов в Сталинградской битве это настолько великое, что ли, проявление духа, что когда мы соприкоснулись с этим, то здесь уже ушли на третий план какие-то личностные, что ли, отношения. Перед нами был подвиг необыкновенный по масштабам, по силе, и нужно было запечатлеть. Среди первых портретов бойцов Сталинграда, написанных грековцами для будущей панорамы, был портрет полного кавалера солдатского ордена «Слава» Николая Петровича Красюкова. Я считаю, что нам, участникам Сталинградской битвы, которые были приглашены 20 лет назад художниками студии Грекова на собеседование, тогда готовящиеся панорамы, повезло встретиться с такими замечательными людьми и участвовать в этой колоссальной, трудоемкой и правдивой по своему содержанию работе. Когда сегодня уже мы смотрим на панораму, вот невольно вспоминаются те трудные годы Великой Отечественной войны. Вот смотришь на панораму и пахнет снегом, пахнет сыростью. Слышишь грохот, все это вот воспроизводится моментально. И не случайно поэтому один из моих товарищей, когда пришел впервые на эту панораму, сказал мне: Николай Петрович, вот кажется, можно идти, дойти до самого Цыбенка, до Варваровки и дальше. Это очень грандиозная работа.
документально правдивая работа. И то, что сегодня ее открыли, то, что сегодня стоят очереди для того посмотреть, мне думается, поток людей никогда сюда не исчезнет. Шестое января 43-го года – один из самых напряженных моментов битвы, когда войска Сталинградского и Донского фронтов соединились для победоносного наступления. Именно это событие положено в основу сюжета панорамы. Пройдут годы, века, и новые поколения людей смогут вглядываться в напряженные лица бойцов, прошедших сквозь время. Грековцы сместили на полотне по времени и месту некоторые события, но ощущение документальной точности не покидает нас. Заботясь о сохранении исторической правды, художники при образном решении панорамы стремились показать, высветить тот единый патриотический порыв, которым был преисполнен тогда каждый защитник Сталинграда. Такого подвига, такого массового героизма и крепости духа история еще не знала. Первая восстановленная улица среди руин Сталинграда названа улицей мира. Стала воплощаться в жизнь мечта защитников Волжской твердыни. В годину пороховых метелей и свинцовых дождей они мечтали увидеть своих детей и внуков счастливыми.
Как же можно было создать эту бесконечность? Как же можно было прорваться через плотную завесу времени и дать вечность этому дню, этим людям? Происходит чудо. Рисованный холст становится безграничным миром, и чем больше всматриваешься, тем больше видишь незаметных в начале подробностей. Сейчас покажу прямо. Пожалуйста. А потом будете рассказывать. Я оборону занимал. Вот прямо, вот видите, вот это, бак. Так вот, 100 метров моя была оборона вот здесь. От бака вот так вот. Наши батареи, вот там, артиллерия наша, вот стояла на Копровый цех, Красный Октябрь. И вот оттуда били сюда, по Мамаеву кургану и дальше по тем скоплением фашистских войск. Почему по Мамаеву кургану? А потому что тут фашисты были на Мамаевом кургане, и поэтому надо их было уничтожить, фашистов. Время, события, люди. В начале программы последние известия. Самоотдача. Титанический труд, свойственный всем грековцам, особенно были присущи Георгию Ивановичу Марченко, автору известного триптиха, посвященного защитникам Сталинграда. На такой же встрече с молодежью у этих картин остановилось сердце художника, верного сына своей родины. Он ушел от нас, выполнив свой долг до конца, закончив полностью работу над панорамой. Создана панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Это еще один величественный памятник героям Волжской твердыни. В памяти народной никогда не померкнет их подвиг. Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг, и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались в схватке рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег.